Ну, моя зарплата, во-первых, можем мягко назвать гонорар. Потому что у меня так, допустим, вот художник картину свою продает, да, и он уже, ей цену никто не определит. Поэтому наличные или безналичные, конечно, наличные удобнее, но ведь я должен распоряжаться своими деньгами. Вообще лучше бы, если бы золотом платили. Это самое удобное. Но у нас пока до этого не дошло. Хотя, возможно, что дойдет. Потому что это единственный шаг, который даст развитие стране. И прекратит эту вот сумасшедшую инфляцию, которая потом перерастает в девальвацию, где купюры растут. Это только золотые деньги. Как при царе ввели тогда золотые деньги, и Россия начала развиваться. Столыпин сделал. Вот. Поэтому можно по безналу, в принципе, тогда на чековую книжку. Если на мой банковский счет, я выписываю чековую книжку, нормально.